эфире «Мобильный репортер». Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что, по вашему мнению, достойно внимания, прямо сейчас на телеканале «Татарстан-24». С вами Артем Захаров. Здравствуйте. Татарстанский водитель, поворачивая налево, не уступил дорогу иномарке, которая двигалась прямо. В итоге довольно серьезное ДТП. Момент аварии записал автомобильный видеорегистратор. Водитель Рено заканчивал маневр, но по каким-то причинам не заметил белую иномарку. Как ни крути, это была помеха справа. Благо, обошлось без жертв. На подземной парковке одного из жилых комплексов в Казани по улице профессора Камая прорвало трубу. Последствия на камеру смартфона снял местный житель. По словам автора ролика, это была труба не с питьевой водой, поэтому запах на парковке стоял соответствующий. Так что для водителей, которые ставят машину на той парковке, это был тот еще сюрприз. Проблема уборки снега во дворах Татарстана остается проблемой. Зачастую нашим водителям приходится самим вооружаться лопатами и откапывать свои машины с утра. Следующий ролик снят в набережных Челнах. Местный житель снял на камеру смартфона, как девушка откапывала машину детским совочком. Сколько потребовалось времени девушке, чтобы откопать свой автомобиль, мы не знаем. Но напомним, что в квитанциях за ЖКУ, которые мы получаем, есть строка «вывоз снега», и мы за это платим. Требуйте от управляющих компаний выполнения своих обязанностей. Если не помогает, жалуйтесь в соответствующие службы, например, в Управление административно-технической инспекции. Нужные номера легко можно найти в интернете. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, отправляйте ролики и ваши истории с помощью мессенджера WhatsApp на номер 8 900 321 7722. С вами был Артем Захаров. До встречи!